Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня выбрался вот в грибы, в лес. Можно сказать, первый раз за лето, уже осень. Взял с собой такое вот ведерко 5-литровое и ножик. Будем надеяться, что что-нибудь найдем. Поправил затвор, на фотоаппарате заклинило малость. Так, до места сбора грибов шел пешком, вот от трассы километр 4 где-то, так как лес закрыли на замок от людей, поставили шлагбаум, приходится идти пешком от самой дороги. В том году тут много было грибов. Может, и в этом сейчас что найдем. Ночью уже холодно было. Где-то 5 градусов. Тут мухомор есть. Подсушенные. Всего лишь неделю. Так, дожди были, пошли. Да, это осушило. Немного свежий мухомор. Раз мухоморы растут, может, будут и грибы. Не видно. Буквально дней 4 назад еще было около 30. Тепла 26-27, а сейчас вот где-то градусов 12, наверное, прохладно. Пару-то мухоморов нашли, гриба не видно. Пройдемте пониже. Конечно, если бы машиной подъехали, получше было. То есть еще назад идти. Эти километры надо. Тут за бугорочек пустое. Вот здесь на этом участке зеленки были. Ежовики. Это в том году. Такое чувство, что ничего не найдем. Ну, главный процесс. А на результат можно и мухоморы нарезать. Куда что, тишина, ничего не видно. Пройдем этот молодняк. Пойдем там за остров. Сходим. Там лес. Полоса постарше, много боровиков в том году было, их черноголовых. Да, не видно. Чтоб что-то было. Кто-то перевернул. Бужовики какие-то. Таких не собираю. В основном это
боровички, лисички, ежовики беру. Пусто в лесу. Будем считать это не сбором грибов, а прогулкой. Этот год, можно сказать, горба совсем не было. Наверное, прокинусь так дня с три. Там возле дома у нас. По кустам возле речки. Где сыра да низко. Но так как это летом было дело, то они червивые были. А так и не ходил, не снимал. Это дело. Что за такое? Ну вот ежовик только что какие-то светлые. И тот с червяками весь. Это дятел слышно на сосне, на сухой. Ствол гребет. Долбись. Сейчас посмотрим. Сосну ту, что молния ударила. Живая она или нет. В том году во время грозы молния попала тут. Вот. Много сосны посохло. Попилильщик. Водитель завелся у нас тут таких. Весь лес погрызло и попропадал. Вот это походу это сосна вот что. А нет, вот она. Что молния в том году стукнула. Видно, немного расщепила, вот смола выступила. Но она уже все с этой стороны. Не видел, засохло полностью. Жалко, конечно, столько леса пропало. Наверное, если бы разрешали людям сухостой собирать самовольно, да, срезать его, то столько бы родителей не было. А так все это падает. Из-за двух сосен сюда лесники не поедут эти. Оно падает, жук разводится. Да и все проблемы. Называется ни себе, ни людям. Все попропадает. Попадает. Только вредитель будет разводиться. Вот колодка с пчелками стоит тут. Старинная еще. Видать. В лесу хорошо. Тишина. Воздух свежий. Мухоморчик молодой, красивый. Можно было не вырывать хайброс. Так, показать. Мухоморы-то пошли расти. Белюков не видно.
где-то 2 года назад я тут зайца бачил. Тихенько так шел он. За метра, наверное, 20 сидел, спал. У меня был в кармане телефон только старинный, ну, с камерой. Пытался этого зайца на видео снять. Наверное, минуту я стоял там, покуда настройки водил, он этот заяц дремал. В итоге уже, когда начал сильно шуметь, так он уже тогда только даже не убежал, а так потиху пошел. И после еще через дня 4 вот тогда увидел, еще больше не бачил такого. Бегал. Пустый, короче, лес. Пару мухоморов, да. Это, наверное, чтобы месяца хотя полтора дождик прошел. Что-то бы пошло расти. А так. Только-только прошел дождик. Можно сказать. Грибница не проснулась еще. Даже не груздей, ничего. Пустота полнейшая. Вон мухомор еще один. Мухоморы хорошо сахаром посыпать, да ложить шляпку. Какой-нибудь емкости на подоконник от мух. Мухи эти мухоморы едят, да пропадают. Тут за яма такая. О, осы проживают. Осиное гнездо. Сидят, охраняют, наверное, штук 5. Наверное, лиса выкопала. Чтобы лоб не пекнуло. Что-то закружилось вокруг. Сейчас ос пошевелим. Так, родители. Пчел номер 2 после шершней. Сегодня утром подходил к ульям, так столько ос в улей лезут, только пчел успевает отбиваться. Хотел в банке ловушку сделать, да так и забыл, поехал. Вот. Смотрите, как я их сейчас расшевелю. Опа! У, их там гнездо офигенное. Да, чекаем. На меня бросилась одна. У вас и больно кусаются. Надо было камеру поставить, да? Палку бросить, посмотрели в эпицентре, что там делается. Ну, правда, пришлось бы час ждать, чтобы забрать фотоаппарат. Нитки нету, чтобы привязать было, достащить оттуда. Злющие летают вокруг. Обычно так метров за 3 можно стоять, а там рядом за 3 бросаются. Метров за 20 я стою. Тут рядом вот улья холодные. Не один, а где-то штук около 5 стоит этих ульев. То они их, наверное, за осень разграбят, эти вот осы эти вот. Родители для пчел. Стоял у меня сот в улье пустом засахаронный, то за месяц вынесли, наверное, 5 кг меда с этого сота. Пойду лучше. Ой, опять возле уха пролетело. Ладно. Немного им работы наделал. Мне будут на холодные улья летать. Да мед таскать от их. Куда заделать там все. Пойдем по старому лесу пройдемся. Может, там больше тень. Да что-нибудь и будет. Мало затучило все вокруг.
Времени сейчас 17:33. Пол. Так, половине. Надо мне уже быть 18:33 на дороге. Ехать позабирать людей. Встретить с автобуса. И с леса, с болота забрать двух человек. Так что 18:30 надо. Уже на дороге быть. Еще у нас получается час в запасе. Думаю, за час справлюсь тут пройти. Я пойду, пойду по этому вот лесу. Там напрямую. Если не заблужусь, выйду на дорогу. То, что если заблужусь, так навряд ли я за час до машины добегу. Это получится километров около 8 в сторону выходит этот остров по диагонали. Интересно. Тот год много гриба было, в этом году только мухоморчики. Даже зеленки нигде нема. Уже и осень. У нас уже октябрь скоро. Сейчас я гляну. 26.09. Можно сказать, что сколько, 5 дней. Это уже октябрь. Лето месяц. Осень. Так, если здесь повернем, наверное, не знаю, пойду назад, скорее всего. Навигатора с собой не брал. Карманные у меня есть такие, портативные. То напрямую лучше не идти. Если бы еще днем, то пошел бы, а вечером заблудишься в лесу, да придется ночевать. Нема ни боровиков, ничего остального. Это в лесу тишина. Интересно, нам сегодня попалось это только осы, хотел я сказать. Ну вот посмотрел сторонку правую. Оказывается, не только осы. Как видите, в центре кадра у нас боровичок. Красавец. Наверное, все-таки пройдем обратно туда. Там их побольше было. Может, грибы начали расти, раз свеженький, красивый боровик вылез. Я сам офигел, поглядевши в сторонку. Да не маленький уже. О, супец будет с гриба. Офигенный, здоровый, тяжелый гриб.